Пять молодых сосен на Пионерском проспекте на выезде из Витязева. Их посадили сотрудники объединения курортных услуг. Главная курортная магистраль – зона ответственности муниципального предприятия. Задача на сегодня – уборка листвы. Эти скамейки на центральном пляже также появились недавно. Об этом распорядился глава курорта Юрий Поляков после того, как к нему с такой просьбой обратились граждане. В межсезонье пляж не пустует. Елена и Вячеслав Гуляевы из Хабаровского края провели здесь уже больше месяца. Любят гулять вдоль берега. Считают, что на пляже мест, где можно посидеть и полюбоваться морем, как раз не хватало. Вот так гуляешь, когда надо. Обязательно надо посидеть, отдохнуть. Вообще очень хорошо. Тепло. Ну, тепло и хорошо, комфортно. Везде есть где покушать, где остановиться. Очень хорошо транспорт работает. Мы живем в Витязево, очень хорошо маршрутки работают, этим нам очень нравится. Как пояснили в объединении курортных услуг, пока лавочки две, в ближайшее время появится еще пара. По мере необходимости готовы добавлять. Кроме того, на пляже установили пару кабинок для переодевания. Кабинки для переодевания у нас также актуальны, потому что люди у нас приезжают в межсезонье и также купаются, поэтому кабинки у нас требуется. К лету скамейки уберут на склад. Через год их установят уже по умолчанию. Потребность в специальной зимней пляжной инфраструктуре постепенно растет. А это возможный признак повышения популярности Анапы уже как круглогодичного курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.